Привет-привет, друзья! Вы на канале Bob GTX, и у нас сегодня новая неоночка вместе с Настей. Смотрите, как она прикольно танцует, потому что наконец-то мы вместе с моими подписчиками, с Настей, докачали вот этих Йети. Йети, они очень классные. Мне вообще нравится сам по себе этот питомчик. У него классные анимации. Ну, все по порядку. Давайте делать быстрее неончик и посмотрим, какой же он. 1, 2, 3, 4, и я уже не дождусь. Я видел уже, какой неончик, но я не видел его в своих руках. Это, блин, вообще другое. На серверах вообще нет. Нет, не видел, никто не трейдит. Буду трейдить, наверное. Один из первых. Не первый, конечно, но один из первых. Вот, вот он, красавчик. Класс. Офигенный, мне нравится. Я его хотел реально. Вот мне он понравился, я его хотел. Настя хотела себе неоновую рысь. Сделали, вот теперь я захотел себе вот этого неонового Йети. Тоже мы его сделали. Ребята, посмотрите на это, на эту красоту. Он такой прикольный. Офигеть. Короче, сегодня еще буду его трейдить и покажу вам под музычку лучшие трейды и все, что давали. Вам это обязательно понравится. Ну, свои выводы я сделаю в конце. Комментировать ничего не буду, так как я его не обменял. Это только первые мои трейды. В конце скажу, стоит ли делать его или не стоит. Настя уже украла у меня его и убежала. Ну что, скорее погнали смотреть трейдики. Thank you.
Вот это трейды. Мне на этого питомца трейды понравились. Я только его сделал, зашел на первый сервер, мне уже дают несколько лек, несколько ранд питомцев. Некоторые трейды были очень хорошие, некоторые плохие. Но, ребята, если был трейд, который вам понравился, обязательно пишите в комментариях. Я на это посмотрю и обязательно сегодня на что-нибудь его поменяю. Вот такие прикольные у него анимации. Если кто не видел, с вас лайкосик, подписочка и до новых встреч. Пока-пока.